Собственно, установка была идти работать в посту, но получились такие ситуации игровые, что периметр для больших был открыт, и, слава богу, реализовали с приличным процентом. Помогло нам выиграть. Вот удачный день просто сложился, поэтому так. Как вы оцениваете действия? Я думаю, что Насте нужно уже в третью позицию переводить. Нет, установка была не только в ролл идти под кольцо, но и в пап тоже. На меньше. Но не выполнили на сегодняшней игре две установки. Первую, не остановили транзитную защиту. Нам слишком много забили простых мячей из-под кольца и трехочковых. Наверное, так. Идем. Мы забили свои мячи, болельщики аплодируют, мы кланяемся. В это время нам залетает или простое 2 очка, или 3 очка. Это не очень хорошо. Причем это не первая игра. Мы будем над этим разбираться. Вот. И вторая установка, подбор свой проиграли. Тоже такого не должно быть. У нас есть преимущество в росте, у нас игроки, чуть-чуть более опытнее. И за счет опыта должны эти мячи брать. Вот. Я уже сказал, как все игры будут непростые, все игры будут кость-кость. Чемпионат будет интересный, поэтому результатом я доволен, а игрой нет. Слишком, нервы это тренерское, но, игроки должны немножко и понимать, как играть. То есть, если ты чуть опытнее, играть и с головой, и опытом. Вот. А так, в целом, результат есть, самое главное. Да, 4 домашних, 4 победы. Все хорошо. Ну, пока да. А хотелось бы еще очковый баланс на выезде брать. Ну, вот сейчас еще будет. Нет, все, есть. Как раз по поводу, что 4 домашние победы. Понятно, что ложка дегтя тут вылет из кубка. Интересно мнение Александра Анатольевича и Ваша Анастасия. Лучший матч надежды, когда вот именно по игре, не по счету берем, а вот когда вы были довольны, как команда играла, лучший из этой вот 4-матчевой серии и худший матч, вот, чтобы болельщики, не знаю, понимали, что где вот она, вот эта наша середина. Какие можете выделить? Ну, давайте я Насте дам слово, а потом скажу свое. А у нас были Самара, Омск, Енисей и Пересвет. Спарта. Именно сейчас вот этот промежуток. С Пересветом, мне кажется, понятное дело, что команды немного ниже по уровню, хорошо сыграли. С Самарой первую половину на характере играли хорошо, чувствовали друг друга, и была командная игра. Чуть-чуть во второй половине расслабились, но, слава богу, выиграли. С Омском, наверное, вот пока что не понимаем почему, но с Омском нам пока что тяжело играть и почувствовать свою игру против этой команды, потому что сами начинаем играть в их игру. Немного теряемся и перестаем выглядеть как команда. Поэтому, да, наверное, лучше это первая половина с Самарой и худшая с Омском, мне кажется. Мне нечего добавить. Первые 20 минут Самары просто для меня это было как большая ложка меда. Очень большая. Вот это да, я люблю вот такой. Быстрый, умный, и динамичный, и разнообразный. То есть вот именно такой баскетбол. А к чему их каждую тренировку призываю? Но бывает такое, что да, где-то в голову, где-то у них жучок залезет какой-то небольшой, начинает сверлить, у них глаза очень большие, они не понимают, что они делают, что от них требуют. Но на сегодняшний день не так. А то, что... А когда ждать болельщикам? Самое главное, чтобы болельщики поддерживали нас, а мы будем стараться их радовать победами. Вот это самое главное. Можно плохо играть, но выигрывать. А можно хорошо играть, но проигрывать. Что лучше? Выигрывать. Плохо играть, но выигрывать. Конечно. Я согласен с вами. Поэтому пусть будет так. А вот когда будем хорошо играть и еще и выигрывать, это вообще будет великолепно. Для меня и для игроков в том числе. Спасибо. Спасибо.